Гармонично сочетать отдых и работу. Что может быть лучше? Видимо, именно для этой гармонии певец Рики Мартин и берет с собой в Москву на гастроли сыновей-близнецов. Валентино и Матео, им уже почти 8 лет, вместе с отцом прибудут в Москву к 20 сентября. В этот день состоится грандиозный гала-концерт портриканца в рамках турне One World Tour. Сопровождать Рики Мартина и близнецов будет новый партнер певца, художник Джован Йозеф. Таким же составом они отдыхали, кстати, на Ибице этим летом. Да, может, для многих представительниц прекрасного пола эта новость, причем печальная, но один из самых зажигательных певцов нулевых – открытый гей. Рики Мартин был одним из первых, кто совершил каминг-аут. Это случилось в 2010 году, а двумя годами ранее Мартин стал отцом двойняшек. Они родились от суррогатной матери, и, судя по всему, внешностью они пошли в биологическую мать. А вот душа у Валентины и Матео – папина, музыкальная. И вновь поговорим о грядущем 20 сентября. Музыки и танцев на концерте будет много. Среди прочих латинских ритмов поклонников порадует недавний хит Мартина «La Mordidita», перевод «Укусик». Хитом песни стало после того, как под нее бодро станцевал тот самый мускулистый пенсионер, итальянский бизнесмен Джан Лука Ватчи. Видео, кстати, на данный момент набрало 500 000 просмотров. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver.